Жонтонг анкай пазы, вайлкаты закажи. Категорически нихао, дамы и господа, Роман Дмитрук, ЛК 5 столиц. Сегодня мы с вами переходим в очередную рубрику Second Hand. Сегодня мы с вами продаем автобус отечественного производства, автобус КВЗ-4235. Давно хотел на нем прокатиться и посмотреть, да? Значит, ну, давайте так скажем, ну, это продолжение роликов про 10-метровый автобус, по-моему, два у меня было. А, про городские машины у меня был ролик. Про городской КАВЗик ссылочка будет здесь, про КАВЗик 4238. 10-метровый автобус, ссылочка будет здесь, поэтому вы, в принципе, себе можете посмотреть. КВЗ-4235. Машина работала на пригородном маршруте 2019 года, пробег 200 тысяч километров, в день проходило 250 километров. И, в принципе, повторюсь, что автобусы бушные, которые мы снимаем, а, машина должна быть дешевая, или, б, должна быть у нее интересная комплектация, состояние. Обычные бушные автобусы мы не снимаем, снимаем только интересные. Данный автобус вызвал неподдельный интерес тем, что у него, в принципе, небольшой пробег, неплохое состояние, тем более ездил он не по солевым дорогам, а катался он исключительно по практически исключительным песчаным дорогам. Кстати, а дороги, где вы работали, хорошие или плохие были? Средние. Средние. А подвеску делали? Нет. Понял. Вот так. Ляз уехал. Автобусы выпускаются трех типов. Есть городской складные двери, есть пригородный вариант, как в данном случае уже двери прижимного типа идут а-ля Икарус, да? Но сидушки в данном случае не откидные. И есть автобусы, тоже аналогичная будет конструкция кузова с такими же дверьми, но сидушки будут откидываться. Значит, ну, по салону пройдем маленечко позже, да? То есть, ну, внешний вид КАВЗика, как вы видите, за целых 15 лет... не изменился, то есть фары от пятнашки против туманки стоят, два лобовых стекла, зеркала заднего вида, вот такие лопухи, по-моему, там были зеркала заднего вида на кронштейнах еще на городских машинах, но это уже в прошлом, мы говорим про настоящее современное будущее. А значит, ну, морда передняя, задняя пластиковая, хотя сейчас современные КАВЗики выпускаются уже с новыми мордами. Тут у нас запасное колесо, да. А почему закрыли? А чтобы грязь не забрызгивала. А. Да, да, понимаю, да. Угу. Ну, смотрите, ржавчины как таковой глобально нет, да, он где-то подржавел, но в принципе машина для развозки очень сильно, очень хорошо подойдет. Так, длина у нас, эта машинка у нас 8-метровая, кондиционера в базе нет, но в базе есть самое главное, что это стеклопакеты. Ржавчины глобально нет, но хотя весь низ уже подкрашен, есть косячки. Тормоза у него барабанные, передняя зависимая подвеска. Значит, здесь у нас идет рессора, там у нас идет пневморессорная подвеска. Касаемо багажников, у него небольшие багажники, я туда, к сожалению, залезть не смогу, своим телом не смогу измерить. Здесь у нас небольшой багажник, раз, небольшой багажник, два. Опа, аккумуляторный отсек. Двери прижимного типа. Забор воздуха производится в правой части автобуса. Самое глупое, что можно было сделать, потому что фильтр в этой части быстрее всего и всех забивается, потому что все, что летит из заднего колеса, попадает в него и, само собой, а-ля улю чистить, как бы чаще менять систему фильтрации воздуха. Двигатель EMZ 4-цилиндровый, как сказал наш коллега. Проблем с движком нет, стоит сфера, спусковой подогреватель двигателя. Значит, ну, классика жанра, задняя часть ни в коем случае не подверглась изменениям, все должно быть в своей мере классической. Значит, по автобусу что скажу, что машина, в принципе, я понимаю, что она, да, уже достаточно старого вида, старого образца, но, опять же, давайте представим, что аналогов-то нет. Реально аналогов нет, то есть машина для развозки вот в данной комплектации, когда 31 место и 54 полная вместимость, очень-очень крутая штука, потому что, да не, вы можете ехать, проезжайте. Здрасте, видите, меня пропускают как бы на прекрасном автомобиле, думали, что я буду дорогу переходить, а я не перехожу. Очень часто приходят запросы, что типа дайте для развозки 50-местные автобусы. Иногда
чтобы не сидеть, а именно стоять. В данном у нас вот пуканчик наш любимый, радиатор. Опа. Так, заправка у нас производится с левой стороны. Здесь у нас опять очередной багажный отсек. Вот оно, все откатники, в принципе, цивильные места, кстати, есть для размещения личных вещей по ржавчине. Ну, ржавчина, говорю, что вот она порой местами здесь проступает, но, говорю, машинка еще лет 5 точно должна отходить. Ну, все стандартные поворотники и габариты здесь. Так, а здесь у нас, напомните, что? Там у нас предохранители здесь у нас стоят. Да, ну, все понятно. Как по электрике не этот, нет, не мозг, все ничего? Нормально. Все понятно, хорошо. Так, ну давайте теперь мы с вами пройдем внутрь. Поднимаемся по 3 ступеням. Так, ну. Так, одно, вот, кстати, одно прикольно, да? Одна большущая шторка. Если ты хочешь, например, закрыться от солнца в левой части, ты перекрываешь просто и правую часть. И зеркало тебе, скорее всего, не будет видно. Ну, как бы это такие вот наши вот издержки. ГЛОНАСС у нас есть, музыка есть, тахограф есть, автобус мы продадим даже с тахографом. Ага, какие пробки? Я вчера поехал. Так, господа, мы сейчас с вами находимся, проводим тест-драйв в салоне автобуса, проводим его на шумность. Скажу сразу очень интересную вещь. Сейчас тестил микрофон, да, еще. Смотрю, микрофон зашкаливает. Думаю, блин, почему, не понимаю. Шум и вибрация, то есть такая вот здесь такая стоит, что даже микрофон ловит это все очень так четко. Так. Ну, смотрите, значит, как пассажир, что могу сказать? Вот очень важно в этих автобусах понять, насколько тебя будет подбрасывать сзади, да? Очень-очень важная часть в автобусе – это его задняя часть, когда особенно он пустой, тем более, когда машина пневморессорная или рессорная, то всегда стоит потестить, как ты будешь подлетать на всех почках и каналах. Поэтому сейчас мы с вами будем смотреть, насколько криминально и насколько травмоопасно находиться здесь. Ну, если данный автобус брать для развозки сотрудников, то в большинстве своих случаев автобус не будет кататься пустым, да, то есть всегда есть подушка безопасности в виде пассажиров, которые всегда тебя подстрахуют в плане того, что ты не один. В данном случае я один, поэтому, как всегда, рискуя жизнью, я выхожу на тест-драйв автобусов. Так, ну, сразу скажу, отмечу, да, что чувствуется, слышен гул трансмиссии. Вибрации, ну вот сейчас он третью, наверное, вторую передачку включил. Ну так, нормально. Может быть, здесь? Не, чтобы красиво было, очень красиво. Не, чтобы красиво было. Красота-то какая. Опа. Ну, смотрите, что могу сказать. Место водителя, как место водителя, я про него уже говорил. Здесь ничего нового нету, но здесь есть круиз-контроль, господа. Есть здесь круиз-контроль, то есть ты втопил 90 на автобане, сел и поехал не спеша и плавно покачиваясь на пневморессорной подвеске. Форточка в передней части очень хорошо. По обзорности, в принципе, да, все зургут. Сейчас, надеюсь, мне дадут на нем прокатиться, да, чтобы можно было почувствовать себя настоящим водителем Кавзика 8-метрового. Вот, ну, все, погрев зеркал у нас есть. Обдув есть, регулировка вся работает. Работает? Нет? Вот, правое зеркало сломали. Почему? Эй? Ну, нет. Левое работает, правое почему-то нет. Ну, машина реально не особо ушатанная, тут, говорю. Ощущение такое, что работала где-то не на регулярном маршруте, да, то есть не на пригороде, а на какой-то развозке. Мы с вами давайте по салончику пробежимся. Пол где-то я видел, по-моему, одно единственное вздутие. Даже не вздутие было, такое вот. Это вот здесь посерединке, отсюда не видно. Значит, боковины живые, пакеты живые, не запотевшие, полки живые. Дребезжание в пределах допустимых норм. Печки. Раз, два, три. Три, да, вроде. Не упустил меня ничего из виду.
Значит, выходить можно как с передней части, так и с задней части. На задних сидушках сидеть, в принципе, достаточно неплохо, комфортно. То есть расстояние позволяет ехать на какие-нибудь там 40-50 километров. Напомню, что в 29-местной междугородней версии сидушки откидываются. Сиденье. Ну, знаете, есть моменты засола, да, но не слишком фатальные. Поэтому я бы не сказал, что тут машина требует такого глобального вмешательства в плане... Чистки, просто сделать обычную химчистку, да, и по большому счету, в принципе, и все. А значит, обивка у нас потолка, ну, пластик, ткань, нигде ничего не вспучилось. По сиденьям сидушки имеют двухточные ремешки безопасности, то есть именно можно даже эксплуатировать на межгород. Сидеть вот, ну вот, видите как, вот так вот, нормально. Это вам не план, это вам не ман. Поэтому для развозки, еще раз повторюсь, машина... в прекрасном состоянии, в прекрасной боевой форме. Здесь видите, когда стрелочка есть, здесь трехточный ремень безопасности у нас, потому что согласно всем требованиям трехточки должны стоять в передней части и на среднем сиденье задней грядки. Два люка выпускных у нас есть катапультации. Кстати, скорее всего, я сейчас уточню, это даже северный вариант, скорее всего, поэтому машинку можно даже взять будет на север. Так, ну, в принципе, что по салону вроде никаких других замечаний, нареканий я не вижу, поэтому давайте мы с вами сейчас попробуем прокатиться. И по ценникам, по стоимости, по всем другим деталям обращайтесь, можем машинку приобрести в лизинг. Сейчас лизинговые компании делают супер-пупер предложения, то есть машины, даже могут лизинговать машину до 10 лет. Настолько все у нас хорошо. Даже по-моему, нет, вру. Мне 10 лет, уже даже до 15 лет дошли, то есть там ограничения настолько сильно сняли, что лизинг готов брать все, потому что новой техники реально нет, и поэтому приходится уже подпылесошивать то, что имеет, потому что будут проблемы у лизинговой компании с НДСом, потому что нет входящего потока. Так что давайте смотрим на кавзики для развозки, для своих сотрудников, или чтобы работать с кем-то на заводе. Покупайте кавзики, господа, то есть не все пропало, так что жить можно еще. Места пронумерованы таким вот образом, конечно. Вот. Ну, говорю, машина живая, это чувствуется сейчас, поэтому говорю, что давайте я сейчас прокачусь за рулем и попробую включать передачи и понять, как работает тормозная система. Так, сидушечка. Не. Вот она, наша первая. Не. Ну, сразу. Да, конечно, поехали. Сильно нет, не газу его, так и пойдет, так и езжай по этому. Все, вот он на второй едет. Прямо третий будет. Ну и как, не устаете? Да? Не устаете на нем кататься? Я 30 лет на за рулем, мне похер. Сильно не гони, поворачивай. Так, ну-ка как тормоза. Тормоза нормально. Не кидает его ничего? Нет. Окей. Тихонечко, но обходим. Все, прямо здесь смотри, лежачий полицейский. Ну-ка, как интересно, как пневморессорная подвеска его словит. Ух! Нормально. В день примерно километров 200, да, катается? Ну да, переключение легкое, кстати, да. А где знаки все? Ой. Ну тормоза подкидывает, да, я его смотрю так. Ну, здесь третью больше ему и не надо включать по этой дороге. Ага. А до этого на чем работали? Я на базике. На базике, да? Так, мочевина есть у вас? Да? Мочевина есть или отключена? Мочевина. А я не знаю, она отключена. Нет. Ну вот здесь можно направо повернуть и круг туда, до предприятия, а то мне тоже ехать уже надо. Ага, хорошо. Вау! Сюда, направо. Право. Да? Ну,
Ах ты! Да нет, так, езжайте потихоньку. Ага, ну да. Опять лежачий полицейский. Да что ж такое-то? Да ну, это вот тут один, по-моему. Лучше бы дорогу, блядь, сделали. Так лежачий полицейский, чтобы быстро не гоняли. Он говорит, автобан, да, реально. Третью можно включить ему. Ага, сейчас. Как-то так. Не, ну, для отечественных дорог, конечно, это, наверное, да, неплохой да. вариант. Ну да, он направо маленечко подклевывает. Не понял? Направо его тянет маленько. Направо его тянет, потому что колодка правая, сильнее вот эта разведена передняя. Вот его и тянет, когда притормаживаете. А так дороги, где работаете, так такие же или получше? Да не, ну вот, такие Кемерово. Ага. Асфальт вроде так-то и ничего, правда, ну, продавленный, но тем не менее, ладно. Ну, получше на патике кататься, да? Да не, ну конечно легче и поприятнее, и все-таки что, двигатель сзади. Да, вот очень маловажно, да. Нету. Угу. Вот, ну да, в передней части не чувствую. Чувствуется! Ай! Мама! А где клык оборвали? Кого? Клык. Ну, справа. Бампер. А это у этого бордюр где-то. Это на пальце. Ага. Высчитали с него, да? Ну я не знаю, как здесь это. Ну, конечно. Ах! Ущерб предприятию причинен. Сейчас, если автобус продадут, куда пойдете дальше работать? На другой автобус, да? Да, я же на пенсии. Был бы хомут, шея это найдется. Или была бы шея, хомут найдется. Согласен. Как-то так все. И так каждый день туда и обратно по этой дороге, да, или по той дороге? Не, по той мы ездим, это здесь просто... Это экспириенс, и... понятно. Опа. Вроде хочется третью врубить, да, автобус нет, жалко. Здесь выскочусь. Кстати, да, тут надо пристегиваться, чтобы не выскочить из-за руля. Да, да. Хоть пристегнись, а то штрафуют. Да, да. Так, где у нас? Сюда. Налево. Не, сейчас, чтобы каналы все объехать. О, Волгобас у вас есть. А вот у него сторон. Ага. Так, у него радиус как? Разворота. Маленький, наверное, да? Нет, здесь вы не войдете. Не войду, да? Нет. Нет, пошли. Ну вот, харе. О, все, приехали. Итак, дамы и господа, покупаем автобусы КАВ-4235. Телефоны внизу, наверху. Так, к ручке не привык, да. Нейтралка, да, то есть для особо одаренных даже N написано. Поэтому телефоны указаны. Так, двигатель глушим, двери открываем. Спасибо вам большое. Все, ладно, и вам всего. Да, благодарю. Вот, поэтому пишем, ставим дизлайки, лайки. И что, обращайтесь, как бы, любые вопросы, любые ответы. Так что КВЗ с нами, ура, пока-пока. Жонтонг Анкай Пазы, Вайлкаты закажи.